Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня 1 мая, но сегодня поступила заявка по стратегии Wall Street покупки Apple по $210.13. Вот открытие брокер не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Еще раз, $210.13. Давайте посмотрим на акции компании Apple. Смотрите, вот здесь акции компании Apple. Вот, и вот линия, которая соответствует указанной, 210.13. Вот примерно здесь рекомендация купить, но странная рекомендация, потому что вот компания Apple падала, вдруг она начала расти, но почему-то вот здесь купить. Я с удивлением обнаружил, что 1 мая, несмотря на выходной у нас день, ну, Америка работает, поэтому рынок СПБ работает. Я залез уже вечером на биржу СПБ, подключился, смотрю, да, все работает. И я приобрел, ну, с опозданием, конечно, с большим, вот, я приобрел всего одну акцию по $214. Вот, ну, она уже немножечко подросла, вот сейчас 0.13 доллара в плюсе по стратегии Wall Street. Вчера был в открытии, меня спросили, говорят, ну, а что ты, сказать, давно уже не публикуешь про Wall Street, а там и не было, в общем-то, рекомендаций. Предыдущая рекомендация там была по Netflix, но с Netflix получилось интересно. Я просто ждал долго достаточно рекомендаций, их не было, и я решил посмотреть просто от себя, думаю, дай-ка посмотрю, а что там происходит. И сейчас я снова переключусь. Вот здесь Netflix падал, я думаю, дай-ка я его куплю. Вот, и я его купил, и, соответственно, потом он очень сильно вырос, я зафиксировал прибыль, ну и где-то вот здесь вот была рекомендация купить. Он еще потом подрос, но я решил, что на Netflix я уже, так сказать, ну, как бы свое подзаработал, так что я эту рекомендацию упустил. Ну, то есть я не публиковал ее, потому что я на ней уже и так заработал. Вот, ну, так, собственно говоря, то, что я хотел сказать сегодня по рекомендации на стратегии Wall Street, я сказал. Видео коротенькое. Смотрите мои видео. Буду публиковать еще, потому что уже поступила еще одна очень интересная информация. В следующем видео опубликую. До встречи, с вами был Демитков Юрий.